поезд. Уху, я на мосту. Офигеть. Сейчас, бля, пиздец. Доел? Андрейка, замени меня, пожалуйста, а? Мне надо поесть. Я хочу есть. Так, ты оба стянул? Все замуфтовано? Да. Блин, поменяй. Ладно, хуй с ним. Лучше ездить на муфтованном. Не, меня сейчас не тормозили. Я, короче, в пень. Плохо, да. Просто не держи за него, да и все. Я знаю, так не держу. Нахуй, мне это нужно. Дель, закрыто. Все, стой. Стой. Нет, стой. Дель, так. Вот все вам, лишь бы у меня не было. Нет, чтоб отдать 800 человеку. Рублей. Сказать, да, держи, пожалуйста. Да нет, на самом деле лишнее мешается. Ладно, все, я уеду. Пока, пока. Давай. Андрейка, Андрейка, замени меня. Я поесть хочу. Замени меня! Я жрать хочу! Надо было сразу, да, так делать? Я сразу говорила, можно же снизу. Андрю! Замени меня! Не, погоди. Я жрать хочу! Ну что, Вань, страшно было? Нет. Я не слышу, там раз, страшнее? Там намного, да. Да ладно. А ты вниз смотришь, а тут... Вперед. В смысле, назад. Я хрен знает, зачем на коротком, если... А почему на коротком тебе поеду? Серёг! Всё равно не достает. Да. Короче, смотри, ты сейчас жара на крайнем будет, а выпускаешь, там съёбываешь оттуда. У кого-то ролик тебе сейчас скинуть, передадим. И перекус. Понял. Можно мне ролик не передавать, я без кого-то. А можно сказать ему, чтобы... Алену затормозив. Ненавижу, блядь, себя на автомате. Так. Yeah.
сделаю. Сейчас. Сейчас просто народ не ездит, странно. А? Народ не ездит. Я думала, они обычно раньше собираются. Ты знаешь, в прошлый раз тоже сейчас все приехали часам к трём. Может, после пятницы, типа. Так, наверное... Что, в руках? Ролики этому туда хорошо бы на мозг кем-нибудь передать. И от Саши, и в лагерь сейчас перекусь. Ага, все, хорошо. Кирилл, свободная поездка. С ним на мост передать. Так, ну что, может тогда я встану передать? Карабином укуешь, затолол до конца и пол оборотика, четверть оборотика назад. Люди, готовы? Ребят, я нашел первого пассажира, мужик лежит, снимал видео. Я придет прогать ему, а? Деньги вот еще раз. Так, это мне, а это туда наверх идти. Прыгать вниз, там высота. А здесь такая? Ну, я говорю, мне кажется, здесь тут даже как-то. Стоп там что? Два. А я сам типа. Сейчас антиквар передал, и я потом поеду. Убери голову. Лес, испугался и слез. Нет? Обратного пути нету. Там одна девочка у нас или мальчик. Тот долго сопротивлялся. В конце концов его скинули, он поехал вниз. Обратного пути у нас назад нет. Ноги выше, выше, выше! Так а что, прикольно же, когда я сам... Воу. Ну как, не страшно? Да нет. Включили. Включили, антимуляр. Ну как был один видос. Как ты судорожно держишь веревку. Это последний шанс выжить. Так. Ролик передай Сереге. Туда пошел. Ваня, что-то Ваня всегда. Он без роликов. Ваня без роликов? Ну тогда надо им передать. Кто-то там должен был пойти передать. Никуда пошел. Перелом свободно, страховка готова. Собственно, там народу осталось. Сейчас мужика выпустим одного. Окей, тогда тебе сейчас ролики придут. А ты уходишь, а потом я за тобой следом. Я тебе принесу ролик. Участников было 68 написано. Ну, папа, мы сложили все.
Да, 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 потому что я уже ногу до крови расфигачил. А там в лагере. Да. Вон, видите, Ваня тут лесенку сделал. Там воду еще, как бы. Попробовать это самое, еще ниже, под самый корень завязаться. Да мне кажется, все равно особо погода не сделает. Хотя фиг. Да, полметра. Угу. Только время теряет. Нет, в принципе, можно приспаться подтянуть еще, чтобы она натянута. Опустить ниже. Блин, а куда-то другого, что ли, решили? А, там собрались народ. А ты вчера об нот не стукнулся там? Там был, наверное, я по колено. Ага. Плюс у меня аж гидруха, она это самая, она плавающая, стоит. А. Мне можно просто так ложиться и лежать. А. Ну, там вроде народ собирается. Что-то не прям, ничего не прыгает. Что у вас там происходит-то?